Обкладка конденсатора D с наложенной на нее частотой и напряжением через вывод А заставляет обкладку E дублировать из окружающей среды энергию, присутствующую на обкладке D, с входным диодом, установленным на выводе C, и выходным диодом, установленным на B. Энергия, присутствующая на E, течет через трансформатор в заземлении. Полезная энергия получается из трансформатора. Суть эксперимента заключается в следующем. Выяснить, будет ли энергия двигаться вот таким вот образом через одну обкладку, если на вторую обкладку подать высоковольтный потенциал. Для этого мы возьмем вот такой вот конденсатор, подключим два диода, потом возьмем еще один конденсатор и включим его между вот этими двумя точками и будем наблюдать за ним. Если у нас конденсатор будет перезаряжаться, значит энергия двигается вот таким вот образом. В общем, взял я приблизительно вот такой вот советский конденсатор, разобрал его, вытащил оттуда алюминиевые обкладки и намотал их на пластиковую трубу. На первую обкладку сделал один вывод по центру. Это у нас будет высоковольтный вывод. На вторую обкладку сделал два вывода по краям. Итак, у нас есть генератор, аккумулятор, ключ, ТВС. Ключ и ТВС нам заменяют высоковольтный источник. Наш испытуемый конденсатор, подключенный к ТВСу по одному проводу. Дальше два вывода через диоды идут на заряжаемый конденсатор. Включаем нашу систему. Видим, пошел заряд конденсатора. Значит, движение происходит. Видим, есть резонанс. Также есть резонанс на ТВС. И есть резонанс на заряжаемом конденсаторе. Теперь давайте подключим заземление. Видим, что скорость заряда конденсатора увеличилась в несколько раз. Также видим свечение неоновой лампочки. Вот так выглядит свечение неоновой лампочки без заземленного ТВС. Лампочка начинает загораться буквально в 3 миллиметрах от конденсатора.
Также видим, эконом-лампочка не светится. Нету даже намека на свечение. Притушил свет в комнате. Включил заземление. Сейчас посмотрим. Вот так светится неонка с заземлением. Начинает светиться на расстоянии 25 сантиметров. Без заземления лампочка начинает светиться буквально при касании, а с заземлением светится в радиусе 30 сантиметров вокруг. Видим, свечение происходит непосредственно при касании.